Ты самая. Вот, три нормальные, одна. Корма почти нет. Здесь вообще весь вольер. Практически. Пять собак лежит. Аккуратно. И соседний вольер. И соседний. Живот раздут. И встать не может. Лежи, лежи, мамочка. Этот вольер. Все три лежат. Что это? Где ты лежишь? Еще две. Так, ребята, отойдите. И соседний вольер, да? Вот она. Ползет. Привет, ребята! Привет! Кто? Здесь тоже такая ситуация. Слава Богу, все хорошо. Thank you.
уходим. Ну что, малыш, что, мой хороший? Тебя уже укололи? Лапки не ходят. Это наши больные на сегодня. Кто-то уже ходит бодрячком, кто-то еще не очень. Здесь 159, а этот здесь что делает? Здесь 159 собак. Это тоже заболел, что ли? Почему он здесь, да? Ты чего там жалуешься? А что ты жалуешься? Что, мой хороший? Сейчас, сейчас тебя будем лечить. Да, 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 мои хорошие, да. Те, кто бегает, сейчас по вольерам рассаживать. Те, кто лежит, повторно, повторно лечить. Так, ну вот судя по мордам, да, собак, пострадали все, и старые, и молодые, и подростки. То есть нет какой-то определенной категории. Да, мой хороший? Все, ты уже бегаешь, да, тебе хорошо. Молодец. Лежите, лежите. Лежи, мой хороший, лежи, не бойся, лежи. Ты чего на землю леглась? Лежи, малыш. Так, нельзя. Что, ребята, мы отсюда забрали всех и пересадили в тепло. Насыпали много сена, сделали вот такую загородку, чтобы не дуло. Вот. Да, некоторые уже хорошо ходят. Да, мои маленькие? Не бойся, солнышко, выходи. Ты красивый мой. Пошли. Не бойся. Давай, 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 давай. Сена много накидали и сюда, и там. Вот еще один я зарезала, малыши выздоравливающие. Ну еще чуть-чуть, видите, как лапочки не держат. Ну все будет хорошо, дети, все будет хорошо. Малышня такая, хорошие собаки. Вы только не ругайтесь, выздоравливайте. Вон у нас там бутылочка, тихо-тихо. Ну вот еще надо уколы поделать, конечно. И так кушают лежа. Видите? Это красавица. Вы здоровы.
выздоравливай, выздоравливай, малышечка. Ну что, мои хорошие, как дела? Как дела, мой сладкий, как дела? А лучше уже ходите? Молодцы. Ну, есть еще и лежачие, конечно. Ты мой хороший, ты что такая... А, это у тебя шерсть. Молодцы, молодцы. Пейте, пейте. Я смотрю, лежат. Где первые были? Ну, всех я хочу пройти посмотреть. Надо их посмотреть. Наши выздоравливающие 42 собаки всего. Вот они в теплых вольерах, сейчас в бутылочках. Ну ты внутрь зайди. Находятся. Зайду, зайду сейчас. Всего свалилось 164 собаки. Умерло 16. Ну вот эти пойдут на поправку. Все у вас будет хорошо, малыши. Легли такие, и хвостиком машем. Выходи, звезда. Куда у тебя несло, а? Больная. Так, наши выздоравливающие. Кто-то уже встал опять, кто-то лежит. Так, мы взяли им обрат. Это когда сыр делают, из сыра вот этот белок. Они с удовольствием его пьют. Есть у него, да, и вода, и еда. Малыш. Так, а теперь где мы искать? Тяжело. А, где мы будем искать сейчас? Дышите. Чтобы убрать интоксикацию. Угу. Вот, капаемся. Здесь его. Вот он. Давай. Вот ты молодец. На, вкусняшка, вкусняшка. Вот так молодец. Еще? Давай, малыш, ты хороший. Ой, так вкусно. Да, а вот еще так вкусненько. Вот аппетит у нас немножечко налаживается. И уже не так тяжело дышит. Все? Ну вот. Не бойся. Ну не бойся. Так, ты сегодня получше дышишь. Смотри, видишь, он прям вот не так вот такой задыхался. Сейчас чуть-чуть ты подуспокоился. Может, ты наоборот просто слабенький. Ты будешь кусаться, если тебе дать? Можешь кусаться? Может, тебе вкусненько выдать? Так, ребята, у нас самых тяжелых мы сюда перенесли на капельницы. Вот, пока нашли 4, сейчас смотрим в другом вольере. Капаются. Ну, вот. Двигаться девочка не может. Да, солнышко мое? Мамина, хорошая. Ну что, как дела? Это у нас на сегодня. Ну? Приезжали с утра врачи, всех осмотрели. Сказали, все хорошо. Ребята, ребята, дай зайду, дай зайду, зайду, дай. Отойди. Нельзя, нельзя, нельзя. Ну что, мои хорошие? Что, мои хорошие? Тихо, не ругаться, не ругаться. Ну? Ну что? Что? Ты здесь лежишь?
кто-то уже кушает даже. Кто-то бегает, кто-то кушает. Привет. Привет. Валентина Анатольевна приехала долечивать собак. Ребята, солнышки мои красивые, маме, да, Жень? Смотри, Валь, смотри, как черненький уже стоит на лапках. Мои красивые дети. Он стоит уже совсем на лапках. И вот этот, этот поднимается. Вот все будут здоровы. Я говорю, поправятся все. Малыши поправляются. Видите, как хорошо мы уже умеем стоять? Да? Как хорошо мы умеем уже стоять. Да, котик мой. Мои солнышки. Мамины морды вся в молоке. Отлично. Сейчас, мои хорошие. Да? Давайте, мои хорошие. И здесь пьем, да, мои солнышки. Пьем, мои хорошие, пьем. Угу. Что, мой маленький?